знакомиться, общаться, снимать всякую херню. Это же творчество, чистое, Стас. Чтобы он этот день запомнил на всю свою жизнь. Позададим. Позададим. Главная цель проекта – быть мразью. Я никогда не думал, что я пойду кому-нибудь в гости в TikTok House. Но меня пригласили просто к пацанкам. Нет, он там будет заходить! Или тут! Или там! Здравствуйте, мы в 119-ю. Так. Или нам надо позвать как Дед Мороза его, может быть. И человек в какую-то тишину пришел. Слушайте, ну и чего, подождите, и че, зачем ему это все надо? Мы тут снимем вас. Зачем? Мы создали хаос специально, чтобы ты к нам приехал. То есть ради меня вы создали хаос? Да, да. Правда. А для чего это все вам? Ну, это как? Это же скучно все. Скучно? В смысле? Мы хотим знакомиться, общаться. Нам а что вам мешает на улице просто ходить, знакомиться и общаться? Когда тебе подойду, ты ко мне не подойдешь? Ну да. Аргумент. Все. Я же вот общаюсь с людьми, мне же никто не запрещает, это абсолютно и нормально. Да, я не думаю, что ты такой прям досягаемый. Твою мать, я здесь чуть недосягаемый, что ли? Слушай, а я на самом деле, вы же все были на телеканале «Пятница», да, проекте да. «Пацанки». Да. Блин, я клянусь, я не смотрел. Ничего страшного, целом съемки можно заканчивать. Мы очень рады были повидаться. Я безусловно. А послезавтра сяду и начну смотреть. Вы же есть в Ютубе? Да. Конечно. Все, я начну смотреть серии, мне будет интересно. А куда должен привести ТикТок вас? У вас есть какая-то цель, что ТикТок должен куда-то привести? Или пофиг, вот живем вместе и все. Хорошо. На самом деле, пока каждая... Ну, мы здесь в TikTok House, это что? Это нас объединили, и каждая развивается в своем направлении. При этом коллаборируясь с друг другом и с другими там звездами TikTok, тиктокерами, актерами. Да, слушай, ладно, я на самом деле ТикТок для меня, я понял философию ТикТока, если можно сказать, что в ТикТоке есть философия, ее нет абсолютно. Там надо не думать, там просто надо снимать и все. Я думаю, что после похода Плачешь? Я, да, часто очень. Я просто на свету так глаза заслезились. Когда говорю про ТикТок особенно. Что мы сегодня будем делать? Снимать всякую херню. Если мы сегодня будем делать, то все будем делать, это органично, все, я что сделал. Ой, в любом случае, ты же нам в гостях, и тебе придется делать все, что... Давайте, тогда командуйте, я готов. Просто Наташа задает вопросы. Круто. А я очень быстро отвечаю. Подождите, нам же надо в общий аккаунт снять сторис. Ты все успеешь. Сотонька, мы все снимем сегодня. Переживаю. Так, и сколько у вас здесь комнат? У каждой девочки вообще есть по комнате, но они иногда живут вдвоем в одной. Так. Но это в смысле не потому что, а нет, просто им комфортно. Комфортно вместе, да. Да, да. Нафиг, для чего все это? Это же творчество чистое, Стас. Да, хватит мне говорить. ТикТоком, ну чего? Не, ну когда ты... Не, окей, я работаю всегда за идею, я всю жизнь так по принципу живу. Я работаю за идею, но идея должна приносить. Если она приносит, то, конечно, да. Но если нет, то ну, смысл тогда вот этих всех вот историй, Наташа? Приносит. Это завоевание аудитории. Ну, ТикТок также для площадок, ну вот я пишу свои треки. Очень хорошо помогает распространять звук, чтобы заметили лейблы, чтобы лейблы больше предложили. Я новый день проживу без тебя, каждый раз ожидая звонка. Жду, когда ты мимо пройдешь, улыбнешься, скажешь здравствуй. Либо хорошая игра тебя, когда, ну, как актриса ТикТока в любом случае, либо творчество музыкальное. Все остальные кривляния, они в любом случае потом уходят на задний план, ты становишься неинтересным. Yeah, really? Yeah. The next question. Будет ли «Пацанки» еще один сезон? Да, на шестой сезон уже набирают девочек. Может, не будет? Идет. Я думаю, мы будем как эксперты. И тем самым интересно продлить наш хаос.
потому что никогда не было TikTok-хауса пацанок. И другие участницы после проекта, мы бы их с удовольствием ждали и научили бы всему, что умеем мы. Ребят, мы пишем звук, и вас очень слышно. Девочки, вы только потише мне. И начали. Всем привет, это рубрика Big Baby Blitz. Сегодня у нас в гостях Стас. Ну что, позададим ему парочку интересных вопросов? Позададим. Позададим. Как думаешь, на какую из героев... Блять, раз-раз. Как думаешь, на какую героиню с сериала «Универ» я похожа? С учетом того, что, по-моему, из женщин там было две. Давай прикинем самые лучшие варианты. Нет, там много девчонок. Четыре. Ну там действующие актеры было немного. Какая подстава, конечно. Накищана. Я, к сожалению, я, конечно, стара, но я не помню все настолько. Опиши свои впечатления о хаосе с помощью жестов. О нашем хаосе. А это... стоп, а это на что намек вот это вот? Что большой дом? Высокие потолки. Очень много разных городов. Вот, и... Это вопрос интересный, вы хрен ответишь на него. Ну, как и надо. Чем кринжовее, тем прикольнее. Я просто, на самом деле, я очень долго думала, чем же я хочу заниматься после проекта, и я упала в музыку. Ну? Вот. Записала первую песню, сняла клип, и мне посчастливилось оказаться тут. И, в общем, я решила развиваться в сфере блогерства и так далее, потому что мне это интересно. Куда дальше? Музыка. Музыка. Потому что это то, что всегда актуально. Пусть это не будет приносить много денег, но зато это будет то, на что у меня вот душа горит. Ну, это просто твое любимое занятие. Вообще. Ну да, это самое важное – любить то, что ты делаешь. А я женат. Супер, круто. Mm-hmm. Волнуешься, что ли? Ну да. А что ты волнуешься? Не знаю. Говоришь, Стас, блин, так всегда хотела познакомиться с классным актером. Спасибо. Значит, спасибо, мне очень приятно. И вот после, после спасибо ты говоришь... Может, у тебя есть номер Мишки Галустяна? Было? А у вас, Наташа, только вот эта история, все, больше такой работы нет, или кто чем-то занимается? Ну смотри, нас приглашают на радио, на разные передачи. Ну, я говорю не за всех девочек, я говорю за себя. Я здесь ебашу по конь, и в целом у меня достаточно работы. Ну, этого хватает, чтобы прожить. Ну, то есть, чтобы заработать? Конечно, как-то... конечно. Может, у кого-то доп. Работа есть, кто-то ходит, не знаю. Нет, ни у кого нет доп. Работы. Ну, 21 век. Чего, блядь? Да, круто было. Было. Соседи знают, что вы здесь? Да. И как к этому относятся? Хорошо. Хорошо? Нас любят. Серьезно? Нет, ну мы, ну да. Мы очень вежливые с консьержкой. Ну один раз только мы после клуба возвращались. Консьержка, не шумите! Ну мы такие, sorry, please, bro. И все нормально. Соседи такие у нас непростые, и главное, чтобы мы не шумели после 11. Но мы как мышки после 11. Иногда хочется просто пойти, не знаю, купить себе дошик. Вот серьезно. Спасибо, Антон! А вы вот в равных долях получаете бабки или все по-разному? Не ругайтесь вы за бабки? Ну, у нас у каждой своя еще реклама, которую, ну, получается, мы ни с кем не делим, кроме себя. А, ну то есть вы нормально, когда конкуренция нет? Нет. А потом? Конкуренция на проекте была очень сильная. Серьезно? Ну да, потому что... Вы друг друга не знали? Не знали, ненавидели, и мы, ну, конкуренция в том, чтобы стать лучше. Обыграть как из девочек кого-то. То есть главная цель проекта – это победить. Главная цель проекта – быть мразью. Да. Скотина чек. Кстати, две крысы проекта перед тобой. Серьезно? Да. Класс. Класс. В TikTok-дом не все попали? Нет. Из проекта? Самые избранные. Классные. Самые крысы проекта? Нет, самые классные. Ну, крысы
принципе, уже тут есть. Самый классный. А так, ну, как бы... Естественный набор, в общем, брошек произошел, да, обычный. Ой, ну это же где-то выйдет. Нет, сейчас можно дубль? Ну, это, может, и черно-белый прикол, юмор будет. Нет, проходил кастинг в TikTok House, и не все его прошли. По-другому никак. Здорово. Я до сих пор не понимаю, как ты его прошла. Я тоже. Смотрю на тебя, и я охуеваю. Слушай, а просто я прихожу, а он говорит, я. Буллинг. Я бы какой-нибудь трэш устроила, чтобы он этот день запомнил на всю свою жизнь. Тогда мы снимем вот такой кадр, как вы сидите перед ноутбуком, а отдельно снимем уже то, что на ноутбуке. Чего, блядь? Давай я вниз сяду. А Ксюха сюда, я в самый низ. Давай. И 1, 2, 3, 4, 1. Вместе. Рука. Ого, нифига себе. Спасибо огромное. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Я надеюсь, что мы не в последний раз 100%. Я вам... Приезжайте еще в гости. Да я обязательно приеду. Антон, приезжай еще. Просто Оксана, чего? Я вам хочу пожелать. Вы молодцы. На самом деле, то, что я сегодня увидел, это органично, как мы с тобой говорили. Это все искренне. И я вам желаю не останавливаться на месте. Я люблю всегда говорить постоянно. Выходите из зоны комфорта. И не стесняться нужно делать то, что вы хотите. Просто рвите, положите хрен на всех. Не слушайте чужого мнения. Делайте так, как вы считаете. Спасибо. Спасибо. Отводку не сделал? Не сделал. А что надо сказать? Попрощаться, подписаться. Ты что, дурак? Ты не денег? Чем думал, когда сюда шел? Законченное свидание? Это был увлекательный аттракцион. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну и, конечно, смотрите тиктоки, пацаны. Пока.